пожарной части Белгороднестровского горрайонного отдела ежегодно проводят познавательные экскурсии для школьников и студентов. Их цель – рассказать подрастающему поколению о правилах поведения с огнем и объяснить, как спасти себя и близких в случаях экстренной ситуации. Согласно совместных приказов с городским и районным отделом образования, мы проводим два раза в год, как правило, это у нас весна, осень, проводим такое, есть как понятие, недели безопасной жизнедеятельности, во время которых мы принимаем деток у нас в пожарной части, проводим открытые уроки, выезжаем в школы, в садики для профилактической работы с детьми. Попробовать себя в профессии огнеборца 18 ноября удалось солганским школьникам 4 класса. Для этих ребят такая экскурсия первая, поэтому все, что показывали и рассказывали профессиональные спасатели, они воспринимали с огромным интересом. Главное, работать в дыму, вот есть такой ящик, то есть остается один человек на улице, и он от пожарной федерации. Один за другим школьники испытывали на прочность машины, примеряли спецодежду, поднимались по пожарной лестнице. Рассказали им нашу статистику по пожарам, причины пожаров, какие основные могут быть. То есть предупредили, скажем так, чего не нужно делать, чтобы не происходило несчастий, тех же самых пожаров, чтобы они не паниковали в таких вот случаях, как правильно, как знали эвакуировать младших братиков, сестричек. То есть, где они могут прятаться, чтобы не случилось никакого несчастья. Попробовав себя в профессии спасателя, ребята с удовольствием поделились с нами своими впечатлениями от увиденного. Я видела у тех там трубки, которые качают воду. А что еще? Если у них вода закончилась, они берут большие трубы. Что ты мерила? Блестящую на одежду. А для чего он, знаешь? Для когда сильный пожар, когда нефть горит, ее можно одевать и ты тушить. Я увидел и запомнил, что машина с лестницей, она поднимается аж на 9-й этаж, и что я мерил костюм еще. Такое, что когда одеваешь его, он отражает огонь и нефть, когда горит. Я думаю, що пожарним це дуже складно, тому що треба вчасно одягатися, дуже швидко реагувати на команди. Школьники почерпнули много полезной информации из беседы с теми, кто ежедневно занимается спасением людей. Возможно, со временем некоторые знания о пожарной безопасности сотрутся из памяти детей. Но доверие к пожарным и телефон 101 точно запомнят навсегда. Ой, нам дуже сподобалося сьогодні. Так, діти, чи ні? Да! Ми отримали масу задоволень, навіть деякі діти вирішили стати пожежниками. Так як ми кожного в школі, кожного тижня проводимо бесіди з техніки безпеки. І ось на сьогоднішньому тижні ми вирішили відправитися до пожежної частини з цілею набути практичних навиків на випадок пожежі. Ми сподіваємося, що пожежі в нас не трапиться. Пожежниками деякі діти захотіли стати. Так чи ні? Підніміть, будь ласка, руки, у кого яке мали бажання стати. Ми думаємо, що не тільки 4-й клас на наступний раз приїде, а ще й учні з старшої школи теж приїдуть сюди з ціллю побачити і ознайомитися, як працює пожарна частина. Наталія Чеботарь, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ.